Что ж, приветствую вас, игроманьяки. С вами Джейсон. И продолжаем прохождение Metro Last Light. Часть третья. Спасаемся из логова нацистов. Вот мы спасли Павла. Ну, видимо, дальше не судьба нам исследовать за ним. Или все же судьба. Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тот потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, еще и ворота закрыли. Стрелок до ворошилась. Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Новый ствол. Угу. Ну, допустим. Грибочки, мухи. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Итак, да. Мы заряжаем. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть. Нажимай Е. Паутины-то! Шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём! Не торопись! Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Вот это сюрприз. Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Ну давай уже, я тебя подсажу, или ты меня подсадишь. Есть! Вот генератор в порядке! Чисто! Да я не сказал, хорошо, что здесь так чисто. Покатаемся. Ну, поехали. Какого? Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Да, лифт еле тянет.
Советский Союз. Услышали нас, суки? Рулит. Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Как уцепился! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Mm-hmm. А вот нам и проведи инструктор борьбы с этими пауками. Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артем, свет сюда! Зажарь меня! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Маленький такой. Паучок-то. Так, сюда! Все булькает холод. Мозг! Про него я слыхал. Теперь и театральное недалеко. Да, высоковато. На этом мосту-то. Их! Двинули! А здесь что будем делать? Угу. Снова они! Где? Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Ну, естественно. Я не подпускаю, ты поищешь. Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Даю. Опа! Прыжки шестом. Пока брюхо видно! Куда? Как увидел брюхо, сразу стреляй! Давай, я подсажу! Они внутри! Артём, руку! Эх! Okay. Я тоже хочу калаш. Скорее! Ноги в руки! Сюда! И вон. Готов? Пошли! Джеранимо! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут! Откуда свет? Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганим! Факел? Раз, два, три! Ёлочка, гори! Ну, давай. Ладно, не двинули! Не то, что моя зажигалочка. Артём, не отходи от меня!
Дивис набирает шейка. Отвали! Да ты злодей. Пашка, ты злодей. Тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Закрыто. Я почему-то, блин, даже не удивлен. Все булькает. Находиться, это не забудешь. Вот как это красненький. Ладно, скачка тоже. У вас много жертв. У меня одного-то. Замыкаем, подзаряжаем и открываем. Довольно-таки атмосферно и даже... О, талант не пробьешь, молочага! Стремно слегка. Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь — по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Патрончики. Чё тут? Обжитое местечко! Повезло нам, Артём! Похоже, схрон местных сталкеров! Да, буй местных сталкеров. Я думаю, а где были сталкеры? Там? Чёрт, фильтров маловато! Ничего не знаю. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Только разбитый у меня что-то как-то слегка. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. В каких переделках я только не бывал. Если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Да, у нас-то уже... Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят.
Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Слушайте, ну могли бы сделать тогда кооперативное прохождение, если этот парень-то большую часть времени с нами ходит. Дождь! Артём, ты когда последний добавили раз в режим и... Могли бы больше заработать, наверное, больше играют какой-то лицензию. Могли бы добавить не... да, обычный мультиплеер, захваты там, не знаю, точек. Вон и переход, давай туда! Или просто какой-нибудь Team Deathmatch. И все же стимул игрокам купить игру. Крышка, надо скорее добраться до станции. Проверь, не сидите. Если хочешь, смени противогаз. Только быстро. Ему там уже не понадобится. Забавный, да. За пачку мне противогаз. Сейчас, скажите, плюну. Старайся идти потише. Говорят, никому там не нужен. Фильтр нужен. Конечно, настоящий коммунист в дух и в остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Артём, стой, пригнись. Огромная стая, 15. Ох, чё будет делать? Фух, пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Короче, нахрена ты? Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Тук-тук. Есть заклинило? Давай вместе! Давай! Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Меня уже глючит. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Судьба! Странно как! Чёрт, ты тоже видел? Артём, что это было? Это глюки называются. Опа! Что такое? Что? Пошли, еще меня забирает. Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? ЧП. Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем. Толян, тяни на себя. О, господи. Черт, попадай. Да что же это творится? Пашет, планета. Происходило душно. Быстрее. Но, ты... в принципе, тоже неплохо реализовано. Дышать нечем. Давай. Душно мне. Мама! Мама! Натягивай. Предполагай за тебя. Где? Ну, Артём. Олег, куча благодарности. А, если вот бы не он. Ты, я бы так бы и задохнулся там, как и остальные. Давай убираться. Это уже получше. Артём, давай направо. Вход должен быть за этим зданием. Чёрт, демон! Срежь его!
Хренакрыл, ты ли это? Было больно. Я только что поменял все противогазы. Я тебе буду должен. Что, цел? Пошли, мы уже почти на месте. У меня кто-то стреляет, да? А, это раскаты грома такие. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа! Вход на театральную тут, за углом! Побежали! Давай, за мной, скорее! Погнали! Скорее, давай! Может, ты за мной? Где вход? Есть вход? Здесь закрыто все. Давай сюда! Куда сюда-то? Даю сюда, что дальше? Давай! А, вот оно как. Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Да чего у вас как-то реально много? Отстань. На! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить много, станцию! Много. Скорее! Эскалатору! Даю. Скорее! Да ты скорее, меня сам тормозишь, давай скорее. Открывайте! Скорее! Давай, своих. Опа, опа. Даже. Полиция есть, что ли? Держи! Еще один! Весь махает, а ты довольный. Что было? Уважаю. Давай внутрь, живо! А это была скриптовая сцена. Давай, давай, давай. О, нифига, мне не надо, блядь. Мне бы такой бронекомплект. Это как-то... Ничего так, прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой. Да, наконец-то на театральной. Закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Отлично. Здорово, мужики. Вы того. Ну, здорово, коль не шутишь. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? А мне не еле ушли! В доме гнездо! У самолета! Невоспитанный. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Да что ты говоришь? Даже представление не забывает. Жизнь вступит. А теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Начальник сейчас занят, подождите. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это вас только что сообщили? Да, нас. Отлично, проходите.
В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Договорились, братья. Нехорошо вам отдохнуть. Ферма, оружие. Опа. Спокойно, спокойно, мужик. Отдыхай. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши, все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Кому нужны критики? Светло, тепло, выпивка, а кругом. Ну дай бухнуть-то. Радиация, разруха, смерть. И что? И война. Семёновна, вообще здорово у тебя. Замерщик. Я купил тебя впервые, а? Рассказывай, чиновник. Костя, Костя! Когда вы вернулись? Когда? Да, дядя Дени, покажи. Вот это представление. Прости, Кать. Ух ты, прости. Что? Страшный какой. Костя, что случилось? Костя, что случилось? Катя, что случилось уже? Она всем. Так, ну что, Никитич, когда пойдем с тобой так наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Боеприпасы. Спустил все подчистую. Угу. Ножики, гранатки. Кончилась жизнь. Что-то как-то неинтересно. Да и черт с ней, хоть пульнул напоследок. Нет, вообще мне интересно. Ну пока, забегай всегда рад. Можно еще из подручных доставок. А кому рыбки? Рыбки? Свинецы! Рыбки кому? Здесь что? Копченый, вяленый, соленый! Кожа! Давай, собираем. Лучшая выделка! Оригинальный покрой! Умеренные цены! Ну что, это купить нельзя? Есть ну отличные такое? Дали бы броньки. Своей безопасности. Защитите себя и своих близких. Пушки-пушки. Пушки-пушки. Тюнин. Чё, оптика у нас есть. Глушак бы я бы прикупил. Ну давай. Глушитель мы снимать не будем, мы его только что поставили. Это что это такое? Нет, накладки тоже снимать не будем никакие. Тюнинг, тюнинг, тюнинг. Что мы можем здесь зачунить? Можем патроны, поставить прицел. Покупка, обмен, продажа. Поставили прицел. Есть оптический прицел с пистолета. Неплохо, да? Патроны и другие боеприпасы. 25 патронов, дороговато, дороговато. А дробовик? Что-нибудь из разряда... Ну, не знаю, не знаю. Медами не стоит. Патроны и все остальное. Ну, если что, заходи. Ну что, продолжаем наш путь. Бери, бери, не пожалей. Вставляет как надо. Очередь. Ну что ж, не пропускай. И прыгнуть нельзя. Все, Артём, договорился. О, можем пахан. Идти на революцию. Через театр нас пропустят. Ну пошли, коль не шутишь. От тебя, что ли? Это не тебя на месте жена сковородкой гоняла. Ну шевели помидором, я тебя очень прошу. Не смеши народ. У меня на жену рука не поднимается. А вот тебе я сейчас как кто там драться задумал? Я сейчас вас быстро. И что? Кому показывал-то? Ладно, Станиславский. Ты если хочешь посмотри тут, я тебя у гримерки подожду. Что там? Маэстро Канкан! Ну-ка, ну-ка, Канкан. Замути-ка нам.
Прям девчонки. Прям девчонки, смотри, как много. И прям трясутся у них там. Только вот одна не попадает. Слушай, пахан, не мешай. Большого театра еще не видела. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальные артисты. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Впрочем, разлюбили нас? Красавица. Как можно, Лев? Работа просто заела. На днях ждите. Натурии, сиськи не выросли. Фиг тебе, свои есть ей пудрить. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А размер, походу, у всех одинаковый. Что, Тём, по бабам оголодал? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Да везде без женской ласки тяжело. Не только в метро. В автобусе, в троллейбусе. В трамвае, в конце концов. Вот что я тебе скажу, Артём. Хавчик! Иди уже надо, иди ты в жопу давай жрать. Давай кунём, раз живы остались. Давай жрать. Отлично, давай бухнем, закусим, посидим, поговорим. Прошу, специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артём, строгнем! Твое здоровье. Ух, хорошо пошла. Ах, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро вот стаканчик ёбнуло, и уже всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, жрать нечего. И расстреливают всех подряд почем зря. И анекдот не рассказать, сразу вяжут. И строим все ходим. Тёмочка, стоп, дай-ка еще пару. Алкоголь. Давайте. Между первой и второй перерывчик небольшой. Слушай, пока у нас так с тобой нажим, с тобой быстро, так вот, запол. Ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаково. Нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, хотя, столько и получаешь. Язык-то заплетается вон. Губешка-то шлёпает не в так. Давайте. Чё, стоя, что ли? А, о чём это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Окей, нужен это когда порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный мы, папа. Так что, давай, за порядок. Давай. И все. Давай, Тёмыч, Артём, в жопу. До дна, до дна! Вот. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Че, пахан, кидаешь меня, что ли? Опоил меня? Сволочь. С возвращением, товарищ майор. Людям после этого. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе. На дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно. Зачем Павел заманил меня в ловушку? Да сволочь! Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Расстреляют не больно, что ли? Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно, товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь?
Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Да, слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей революция. Не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. Я и я тебе помогу. Фашисты. Но ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жит. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Это он уже переманивает, получает нас ряды Красной Армии. Не, я за порядок всецело. Перегибать-то тоже не стоит. Война села. Здравия желаю, товарищ генерал. Что-то товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбро. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже обнимали. Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Но не сказать, что взаимно. Доставьте! Какой-то ты скромный все-таки парнишек. Товарища в переговорную. Какой Павел Павел. А чё, я бы сам не дошел бы, что ли? Давайте-ка, молодой человек, обязательно по голове. Пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу. Что-то мне же набор инструментов не внушает. Но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться... работе с людьми. Вообще-то мы собирались... отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Да ты старый садист. Ну, гнида, говори. С фюрерскими... Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. Очкари, эти щечки в жопу забегают. На! Сволота. Сволоча. Молчишь? Получай! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучёныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор... Стоять, я сказал! Какой впечатлительный мальчик. Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Интересная перспектива. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. И на этой чудесной ноте, я думаю, стоит нам закончить. Смотрите продолжение на нашем канале, подписывайтесь на канал, посещайте группу ВКонтакте и, пожалуйста, ставьте лайки. С вами был Джейсон, канал Maniacal Review, и после заставочки продолжим. Come on.